И вся... Всем привет, с вами. Неплохое начало, ну привет. Ну отлично, просто горячие картошки, горячий динамит съел. Горячий динамит, да? Да, знаешь почему? Потому что мы пойдем на горячий динамит. Иди сюда, тут вот сервер уже есть. Где? Давай. Я потерял. В центре. 4-2, видишь? 4-2, вижу. Я там. Это, в общем, тот же режим, на котором мы у меня играли. Тут диджей. Да, давай, цвета музыка. Только я тоже пожмакаю. И что это за бред? Я не знаю, но мы тут диджей. Это типа весело? Да. Окей. Походу, это единственное развлечение тут. Давай скины портфель. Я надеюсь, что хоть сейчас мы нормально сможем сыграть, да, и не просрем. Капитан Америка. Не, ну я тогда долго держался. Да? А я вообще не знал, что делать в панике. Ну, в принципе, я люблю, когда мне в руках. Я просто бегал. Я думал, там ты будешь бегать с динамитом, там убивать. Это как горячая картошка, да, только с динамитом. Да, смотри. А на других серверах, где горячая картошка, там что делать нужно? Там, по-моему, один. Или там тоже много. Ну, что-то. Нет, я имею в виду, чем там. Там то же самое ж вроде. Ну да, что-то так. А чем? Там же не динамитом. Вроде нет, я вот точно не помню. Ну смотри, я нашел Супермена и Капитана Америку. Слушай, знаешь, теперь вот горячая картошка для меня новый этот. Новый вид спорта? О, и Халка. Новая, я нашел, я всех Мстителей нашел. Халк, Капитан Америка и Супермен. Беги, тут уже динамиты есть. Оу. Твою дивизию, их много. У тебя динамит? Нет. Ну зато тут целых 50 секунд сейчас в самом начале нужно убегать. А я подожди, а я тинтер или нет? У тебя в руках будет тинти, если ты будешь тинтером. Так в том-то и дело, что его... А, нет, все, без паники. Просто бежал чувак такой, этот наглый, знаешь. Охренеть! Ай, нет. Привет. Это у него просто... Ай, иди нахрен, иди нахрен. Фу. Ко мне иди. Ты тинтер, нахрен иди. Я не тинтер. А. Так быстро сказал. Я не вижу, где ты, 20 секунд. Привет! Здорово, дай пять, быстрее, 5! Я боюсь, давай, иди сюда. Пять. Тебя кто-то ударил, где нахрен ты, заразный, фу. Тифус. Что вы бедерётесь? Тифус. Да ТНТ, нет! Нет, 6, 5, 4, 3. Я не отдал ТНТ, нет, стой! Блэп ап! Я взорвался. О, у чувака белый этот крипер, так же, как и у меня. По-моему, ты неудачник. Не сборю. Тебе под самый конец отдали ТНТ. Нет, я не вижу, подожди, я хочу тебе ТП-шнуться. Ракета! Я лечу на Луну, идите нахрен, я улетаю. Привет. Я улетаю. Вот, кстати, тебе, мне снимали, и ты умер, теперь тебе снимаю я. О, тинтер! Меня тут не было. И делай это, звуки индейца, пусть он подумает, что ты индейца. Ну, потому что ты придурок, и думал, на нахер, заразил. О, кто меня ударил? Он тебя спасает, чувак. Я в стенку впечатался зубами, по-твоему, это спасение? Да. Тинтеров только ты, я тебя опять потерял. Кто-то... О, тинтер. Как мы будем называть, тинтеры? Я не знаю. Тинти... Ну, тинтеры, как еще? Только я буду тинти-водителем. Ну, ты тинти-водитель, а они все тинтеры. Да, они, знаешь, так, низший класс. Ох ты ж, ёпта! Что, все разлетелись, да? Да, я иду, такой звук, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум, я испугался. Они, короче, низшие классы. Сначала человек остался, чувак. Низшие расы, представи... Я тинтер! Я вижу тебя. Блин, ты быстрый. Люди, добрый. Спортсмен, беги, вон человек там. Где там? С какой стороны? Да беги уже куда-нибудь. Вот он. Ты должен прям вплотную к нему подойти и бить. Убегай! Нахрен пошел, нахрен. Чувак, он за тобой бежит. А тут еще один. Нахрен. О-во-во-во! Прям нахрен. Рядом с ним. Чего он его не трогает? Нахрен. Блин, чувак нахрен. Рядом с тинтером бежит. От тупой! Охренеть! Тупой. Он мне не передал. О, зеленый чувак! О, это в смысле зеленый я! Я же говорю, вот этот чувак, он, короче, бегал прямо перед тинтером, и тинтер его не трогал. Да вон, он меня спасает, слушай, класс. Да. Только. 5 секунд и ты, смотри, выживешь. 3. Тинтер! О, тебя пнуло! Блопа! Он прям возле тебя взорвался. 12 человек осталось, чувак, ты можешь выиграть. Нет, я не могу выиграть. А, я могу выиграть. Но я хочу тинти. Монеты, интересно, дают? Не, да, 5 коинсов. Мне только что дали 5 коинсов. А, ну это как-то их мало дают, по-моему. Но здесь... А что здесь, интересно, можно будет купить еще? Я не знаю, но снова я видел этого чувака. Он не Че ты бегаешь туда-сюда? Куда бежать? Я не знаю. Я на тобой просто летаю. Да? Да. Чувак, дай ему скайп наш, пожалуйста. Ой, возможно, тебе скоро придется паузу поставить. Да? У меня кто-то идет, да. Ну что ты, что? Только ты это, бегай. А, нет, ты будешь бегать, я микрофон включу, я посмотрю, кто пришел. Можно, в принципе, так. Ну скажи, мне знать, кто бежит.
Сзади, сзади, ой, бежит Динь. Чувак, он догоняет. Он отстал немного, немного. Он взорвал. Все, это его остановит. Я думаю, да. Я думаю, это немножечко его остановит. Так, слушай, я уже был раз Тинти-витёром. Опа! Чувак, тут какой-то взорвался прям так Тинтишком. А я Тинти-воитель. 9 человек осталось, 9. Из них сейчас 2 Тинти, всего 2 Тинти несы. Я Тинти-воитель. Шанс большой. Они тинтёры, там чувак с красной рожей, как бурак. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Что? Я бы хотел проникнуть. За тобой Тинти! О-о-о-о, беги, лагерь, беги! Беги, лагерь, быстрей, быстрей, паркур, беги, упаркуривай. Ты бежишь так, что он тебя догоняет. Упаркуривай, упаркуривай, упаркуривай. Куда-нибудь паркурь. Ай, блин, нет, 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 нет. Давай в обратную. Как одна я? Секунда. Ну как ты, да ну. Сидел? Я, а? Да, пошел он. Пошли на это тогда, на Тинти Ранс просто. Да, блин, ты, нет. Это, кстати, зеленый чувак, который меня спасал, он меня подставил. А ты что хотел? Я не рак, я не. А найди опять рак. К центральной табличке. Я ракулька. Подошел к центральной? Окей, я пишу хап, подожди. Подожди, 5 секунд. О, все. Хап. Все? Да, окей. Так. На какой бы пойти? Давай Global пойдем сплит. на небо с звездочкой. 3-1, босс сплит. Стой, какой? Не. 4-2, видишь? Да, где? Нет, да, а все, вижу. Я зашел. Ой, тут как раз людей 24, норм. Ой, тут, да, я скин подгляду. Снова Халк, чувак, Халк. А у меня какой-то лавиной, сзади у него крипер, похожий на... Педобир! Педобир! О, а это, блин, большая карта, слушай, здесь они долго будут умирать все, да? Да. Очень, ты... причем долго, либо ты я умрешь предпоследний, умру. Ты умрешь предпоследний, как и всегда было задумано. Почему? Ну... Я один раз выиграл, так что не надо мне тут врать. Я тоже целый раз. Целый один раз. Да. Как говорится, один раз это выиграл. Это да, это победная комбинация. 23 человека уже осталось, было 24. Как можно упасть так быстро? Уже упали? Да. Чувак, наверное, камни вниз, просто так, камни. Чувак, наверное, знаешь, не камни, а с массой, короче, камни, жердяй такой, и все проломил. Пиццу проломил? Да, пиццу. За что он так с пиццей? Смотри, еще упали. Жердяи падают. Короче, первые Принели. Падают жердяи. 22 человека осталось, чувак. Это ж нам на руку. О, охренеть! Нет. Двойной прыжок. Yo, Are. Save my life. Что? Я не знаю. 22 секунды, ой, 22 человека. Что-то не 22 секунды. О, чувак, мы с тобой единственные на этом этаже. Так что иди нахрен с этого этажа. Мы с тобой реально мастера, слушай. Мне тут жить надо. Ах ты говнюк! Нет! Кинул. 21 чувак остался. Чувак, согласись, ты сам туда пошел. В смысле пошел? Тебя не заставлял туда идти. Ну это да. 20 человек осталось, блин. Тут за победу, кстати, 125 монет, по-моему, дают. А на этой карте чуть даже побольше могут дать. Так, конечно, неплохо. Это шикарно. Это все равно, что ты будешь аж 15 раз получишь по 10 здесь. 15 человек осталось. Оу! 14. У нас неплохие шансы. 9! А я до сих пор еще даже не на предпоследнем. Я вообще на первом этаже. До сих пор? Да. Блин. Вот тут упадешь сразу же резко так камнем, знаешь. Да, как жердей. Да, вот как тот. 7 человек, 6. 5! 4! Почему никак отчет? Сейчас будет такой отчет, несы. 5. Блин, я уже не могу здесь ходить. 4. Я чувствую, ты до сих пор на первом? Да. Да ты шик. Ой, да шутишь, хотел сказать. Ну ладно, да ты шик. Ладно, окей, я буду шиком. Как это быть? 4 человека. А как? Ты до сих пор на первом. 3 человека. Я не знаю. Паника, падает, пожалуйста. Не-не-не. О, тут место. О, все, площадочка такая свободненькая, знаешь. О, нет! Да блин, косяк! О, на ком этаже? Я косякнулся! На каком ты этаже? На втором. Нет, это тупо мой косяк, там еще столько места было, там еще мог бегать. Ты со мной или как? Наверное, да. Привет! Вон, я тебя вижу. Блин, ну там столько места, я там мог бегать еще всю карту. Блин, когда тот упадет, чтобы нас двое осталось, это будет тогда эпично, что мы... Блин! Да. Последний этаж. Да, детка, да. С
Передай ему там привет, если что. Он, кстати, меня бегает. Я его видел. Он со мной бегает. Он зелененький такой. Подставил. Я его подставил, походу. Он зелененький. Я его подставил. Он зеленый, да? Я не знаю. Ты как ты не знаешь, ты его подставил? Да, он зеленый. Я его не увидел. Я видел его. Я увидел, что туша упала. Блин. Почему он не жердяй? Почему он не поломил? А, что так долго? Я уже 130... Нет! Что такое? Есть! У меня есть шанс победить опять, второй раз. Да ну, вы шутите. Я опять будет серия Мистик победит. Мистик не победит. Мистик победит. Я, короче, сейчас наколдую. Блин! Блин! Нет! А, Мистик видел! Второй Мистик. Раз уже, второй раз в твою дивизию. Ты не бедюн. Нет. Не бедюн. Ну что ж, если вам понравилось это видео, мы опять почти победили, поставьте лайк. Если вы вдруг впервые, то подписывайтесь на канал. С вами был Мистик и Лагерь. Всем удачи и до новых встреч. Нет. Я не могу закончить серию, показав тебе Наруто. Иди сюда. Где ты? Выбери первое лобби, пожалуйста. Первое лобби, выбери. Первое? Он до сих пор там. Но я... Вот смотри, иди сюда. Вот можно показать тебе Наруто и заканчивать серию. Где он? Омг. Наруто. Ну похож. Смотри, чувак светится. Я тоже так хочу. Вау. Я тоже так хочу. Эй. На этой ноте можно уже закончить, да? Я ёлочка. Парень. И серия будет называться Горящий парень. Горячий парень. Оу е. Всем пока. Пока.